тебя зовут? Оля Корона. Ты давно читаешь рэп? Нет. Это твой первый раз? На батле, да. То есть до этого ты читала рэп? Да, пробовала. Чем тебя довел оппонент, что ты решила вызвать его на батл? Исаков не уважает женщин, не уважает женский серфинг. За счет того, что он опускает женщин в женский серфинг, он пытается самовозвыситься и как-то самоутвердиться. И мне кажется, пора поставить этого человека на место. Много людей в твоем окружении, мужчин, которые считают так же? Да. В том-то и проблема, что Исаков просто выразил точку зрения, которой придерживаются все. Ну, наверное, 90% мальчиков. Ты должна проявить себя сейчас максимально, отстояв мнение, отстояв позицию женского серфинга в стране. Да. Ты готова? Да. Для чего тебе батл? Поставить на место Исакова. Я тебе желаю удачи. Спасибо. Как тебя зовут? Меня зовут Женя Исаков. Для чего тебе батл? Расставить точки над «и». Что-то шумиха поднялась, пошла не в ту сторону, которую хотелось бы, а сейчас можно вполне мирным способом эту шумиху замять или наоборот раздуть, посмотрим, как все пойдет. Батл — это мир? Батл — это, как ни странно, странно из моих уст будет звучать, это искусство. Что ты хочешь донести до женщин в русском серфинге, выйдя на этот батл? Собственно, из-за этого весь сербор начался. Хочу донести, что наши девчонки самые красивые однозначно, но при этом, если они называют себя серфершами, то хотелось бы, чтобы они еще и брали не только своей красотой, но и красотой своего серфинга. Как ты думаешь, кто из судей будет на твоей стороне? Не знаю. Я знаю всех судей, в принципе, все ребята адекватные, но посмотрим. Я думаю, что к их решению будут примешаны какие-то личностные наши взаимоотношения, но уверен, что 90% их решение будет основано на том, что мы скажем и как это мы подадим публике. Ты давно читаешь рэп? Никогда, первый раз. Как ты думаешь, твой оппонент сможет задисить тебя в рэпе? Так, тут надо разобраться еще, что значит задисить. Это словесно унизить. Вполне. Я знаю, что Оле палец в рот нельзя класть, откусит по локоть. А в серфинге? В серфинге, думаю, что вряд ли. Ты считаешь, что женщинам нет места в русском серфинге? Отнюдь. Есть место, и надо развиваться. Надо двигаться вперед, а не просто светить своими красивыми прелестями. Если женщина в русском серфинге достигнет высот, которые тебе будут казаться действительно крутыми, ты изменишь свое мнение? Однозначно. Я буду первый, кто закричит о том, что наконец-то началось. Вот оно, чего бы я и хотел. Потому что по части красоты никаких претензий, а вот по части серфинга есть к чему стремиться. Но сейчас это раз уже батл. Удачи тебе. Спасибо. Перед тем, как мы начнем батл, я хочу объявить имя судей, в чьих руках ваша судьба. Ну и судьба русского серфинга в целом. Андрей Дерево, директор школы. Ирена Крахалева, серфер и автор образовательного портала про серфинг. Гость Трубавин, серф-фотограф. Женский рэп, как и женский серфинг, всегда будет под сомнением. И все из-за того, что мы живем в мире мужчин. Но этот батл решит исход данного события. Я надеюсь, что ты сделаешь все красиво, и мы, женщины, сможем отстоять свое имя. Ну что, начинаем? По жеребьевке, которая была до батла, мы определили, кто начинает первым. Оппонент, справа представься, пожалуйста. МС Корона. Чувак слева. Женя Исаков. Начинает МС Корона. Ты вызвал меня на батл.
И не надо стеклянного шара, чтобы знать, что твой рэп будет жалок. Да, там будет пара панчлайнов, что купальники, мол, тесноваты, что нет фоток проезда в трубе, ведь фантазии маловато в этой блондинистой голове. Ее даже меньше, чем у мамы Джон Джона. Ты как Софья Романова, хочешь корону? Летают в чертогах жениных чресел гормоны со скорости роудстер Тесла. Ведь из ленты всего многообразия. Там был серфинг, репосты Навального и влог со смешной несуразицей. Ты выбрал фоточку в ванной. Заигрался эпатажем мистер Либидо. Этот хайповый форсаж — это не комильфо. Ты гений заурядности. Ты оксимарон. Пофиг, пляшем, коли ж перешли Рубикон. Нет, нет, ты не новый Замиховский. Ты взрослый мужик с мозгами подростка. И вот мы столкнулись, как Путин и Мэй, с уставами разных монастырей. Друзья по лайнапу, и это полный провал. Но тихой сапой конфликт давно назревал. Ведь только в кино серфинг — это мир, дружба и сладкая вата. По факту вечные ссоры, драки с буржуями, зависть к талантам. Втайне каждый из нас мечтает быть в сборной и троллит тех, кто попал на диване с попкорном. Но мой оппонент ты, и скажи тебе, мэн, твои шутки смешны, как внутришкольный КВН. Твой флоу! Твой флоу гладкий и приторный, как Медина в рекламе бритвы. Ты считаешь, ты русский Келли? Ну, разве что вышел лицом. Твой стиль езды извращения. И озадачен даже Мейсон Хо. Не стать себе каем, Лени, к пущей своей досаде. Ты в рэпе на коленях будешь молить о пощаде. Мои строки запрут во строк, отправят в центр Пангеи. Там нет морей и костров, лишь офисы, скука и геи. Ты захотел стать фанингом в рэпе? Я буду акулой, слепой и свирепой. Раунд. Это был напор. Это была мощь. И, по-моему, тебя немножечко... Ты готов ответить? Попробую. Давай. Для начала небольшой дисклеймер. Это будет не батл, а обмен мнениями, где ты и вы для меня равные местоимения. За словом в карман не полезу, будет жарко, и для кого-то это место станет местом имения. Твой флоу быстр и полон акулей страсти, но я не побоюсь, я засуну руку в пасть тебе. Ау, а мой флоу медленный, как тормозящий лайвстрим. Посмотрим, кто здесь кривляется лучше. Кто тут мистер Бин? Кто тут мистер Бин? А кто мистер Путин? Обиженные будут тут как ни крути, и может так статься, что после батла меня отлучат от всех баб наших. Ничего, мужики останутся. Согласен. Тут может получиться лажа. Но назад пути нет, так что время покажет, станет томным ли вечер или голова с плеч мне. Так что приготовьтесь, начинаю всаживать. Оля, ты для меня представитель русского женского серф-движения. Само это словосочетание такое же угрожающее, как в мавзолее бояться мертвого Ленина. Вообще это похоже на парадокс. Если ты хочешь навалять гопарю, ты идешь на бокс. Хочешь кардио, делаешь бёрпи. Но какого лешего вы претесь в серфинг? Россия много чем запомнилась миру. Литература, наука, хоккей, покорение космоса, освобождение Европы. А чем после вашего серфинга запомнимся мы? Пожалуй, что жопами. И я соглашусь, это не самый плохой экспортный товар. Но здесь есть одна загвоздка только. Одно дело, когда это воспринимается как природы дар, другое как атрибут тёлки. Атрибут тёлки или чекули — такое ощущение, что вы нас надули. На упаковке читаешь «Surf Girl», а внутри получаешь «Surf Porn». Давайте называть вещи своими именами. Хотите в порно — идите другими путями.
И еще, по поводу экспорта у меня остался вопросик. Скажи, что это за болезнь, что наших девок косит? Хочу серфера иностранца. Тут не дать не взять теперь, чтобы к вам подкатить, нужно гражданство менять. И тут я или ошибаюсь, или обманываю. Но стоит под вечер зайти в бич-клаб, и вахтунги даже швеи из Иваново от такой концентрации наших баб. Они выходят в ночь своих жертв ища. Кто еще из иностранцев тут не отведал борща? Кому Кто еще из иностранцев тут не отведал борща, кому русский уют и в дом чистый пол? Я называю эти походы женские полчища. И да, им нельзя запретить веселиться. Но вот по вопросу «Where are you from?» я вижу, как четко пролегает граница, кто будет бро, а кто пить бром. Но вернемся к вашему серфингу. А вы ведь очень хорошо запоминаетесь на лайнапе. Купальники в крапинку, в кружочек, в полоску. Но утверждать, что вы запоминаетесь серфингом, это как говорить, что земля плоская. А что у вас творится в Инстаграме? Сегодня я с утра позагорала. В обед пойду выпью смузи, а вечером вечеринка у друзей. Блин, дайте нормальный контент, дайте серф жести, а то ваши ванильно-веганские посты уже вот здесь. И чтобы было понятно, я не против ваших женских красот. Но вот от чего я точно не весел, так это когда вы, пытаясь двигать за спорт, в ленте продвигаете лишь свои чресла. Я хочу увидеть ботом-терн, но вижу бикини-ботом. Хочу катбэк, но вижу, что новый купальник соткан. Хочу после снэпа увидеть брызг-фонтан, но нет. Это ведь не задача клуба мечтательницы из ван. Пойми, серфинг... Пойми, серфинг – это битва, и не только с волнами. Но если вы выходите биться, то почему-то на шпильках и с голыми задами. Раунд. Нихуя себе вы даете. Это было классно. Я удивлена. Оказывается, серферы еще и могут что-то сочинить. Два слова соединить. Олимпийский вид спорта. У меня самый умный серфер. Так, самая-самая-самая жесть, я надеюсь, будет впереди, потому что именно для этого мы сюда все и собрались. О, видели? Йоу! Рифмовала, блин, на глаголах, как Тимати. Ну что, начнем второй раунд? Начнем? Я обещала своему мужу не говорить «пошумим», поэтому просто делайте это без моих указаний. Раунд. Ты сказал, что жопы в купальниках тебя удручают. Все потому, что ты любитель сладеньких мальчиков в чайках. Дорогу серфера на лайнап устилают золотые нарциссы. Вы накладываете цинковый мейкап и жеманно играете бицепсом. Ты думаешь, ты Тур Хейердал? Ты лишь ванильный метросексуал, что мажет волосы лаймом, чтоб выгорали быстрее. И тянет носочки, ныряя, так фоточка будет стильнее. Вы хотите быть принцами Эриэлов, но вы принцессы Ариэль. На шее ракушечки, ожерелье, загар, цвета жженая карамель. Путешествие на снарке. Читаю и чту. Джек Лондон гуру, что вернул нас к началам. Но от таких вот персонажей не под пальмой в раю. Он в холодном гробу перевернут с фейспалмом. Зачем? Зачем я написала спорт героев и богов? Из-за меня полна земля потлатых чудаков. Скажи мне, серфер, что за геройство? Щеголять кубиками да за агаром. Ты в море не бойскаут, как акул нетопленных полно таких в стрип-барах. Вы думаете, можете дать женщине все? Любовь, приключения, доску для серфинга. По миру катаетесь, все зашибись. Вот, дорогая, деньги на рис. На день рождения шлепки получишь. По
миру катаетесь, все зашибись. Вот, дорогая, деньги на рис. На день рождения шлепки получишь. И не какие-то сраные Гуччи. Сука. А Рокси! А Рокси! Теперь о парадоксе. Почему одинок такой няшный милок? Вот Женя идет на свидание. Рвет у соседей крокусы. Шорты гладит заранее. Чистит до блеска кроксы. Чем нынче телку удивишь? Подарок нужен. Старый лиш. И вызвать девушке Go-Jack. Вот в заведении Бебек, она в декольте, красивая, ведь он чемпион России. Вот он обнял барышню, взял лучшее пиво в баре и говорит про цены за баррель, а именно динги да шрамы. Говорит, что очень любит заходить бэкдор. С криком «Хам!» швыряет тёлка в Женю помидор. Уходит. Еще один фейл в копилку. Женек доедает руками жаркое. Уже много лет не может есть вилкой. Ведь вилка и парку — это святое! Вы скажете, и что? Исаков молодцом. Не обязательно мужчине быть под каблуком. Если посадил рощу, или построил дом, или для сына, дочери стал хорошим отцом. Помню, было дело. Женек посадил дерево. После сорев на вписке принес Андрею стул и виски. Нет, не было, но хорошо. А что же насчет ребенка? Серферы инфантильный народ. Вам плевать на продолжение рода? Ведь заберет мою свободу этот маленький урод. На дом есть время едва, ведь в личной жизни дом два. Пока девочки ездят в трипы, мальчики лечат трипер. Туристки едут к вам в секс-тур. Саити — элемент программы. Вы так стараетесь, натягивая шкур, как будто строите вигвамы. Спустя много лет, одинокий и лысый, вином ты зальешь нехилую боль. Ты спросишь себя, а чего я добился? Ответишь, я снапаю, как король! Накал увеличивается. Люди ждут продолжения. Ты готов? Да. Растоптать ее? Нет, не растоптать, но а готов. А что ты, задний даешь? Почувствовал, да? Что на лайнапе ты выигрываешь, а здесь? Давай. Посмотрим. Решение. Ну, вы поняли, да, что мы должны делать? То, что нельзя говорить. Оль, давай вспомним, с чего начался наш конфликт. Я написал свой коммент, ты побелела вся. Поднялся такой срач, я чуть не обделался. Могла бы выцарапать мне глаза, но нацарапала Исаков лох, так что, можно сказать, легко отделался. В твою защиту полетели фотки из ванной. Еще б чуть-чуть, и восстала бы армия диванная. В ход чуть было не пошли фотки в стиле ню, для парней это стало бы небесной манной. Но заметь,
В моем комменте два момента. Один про сексуальность и взорвалась лента. Другой про ваш серфинг. И ты знаешь что? В ответ на этот наезд полный молчок. Подумай об этом. Ну раз уж мы начали отделять зерна от плевел, послушай и ты про ваш серф-левел. Я скажу все, что думаю, хоть может и зря, но назад пути нет. Накипело. Сказать все, что я думаю. А что говорить-то? Можно, конечно, начать нести бред, но, в общем-то, все уже сказано фразой «на нет, друг мой, и суда нет». Но плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, но для того, чтобы разглядеть себя, иногда стоит поднять забрало. Ну или в вашем случае невидимую фату. И что вы там увидите? Ну? Я видел вживую Стефани Гилмор, шестикратная чемпионка мира, если ты не знаешь. Я видел вживую Стефани Гилмор. Ее красота не изменила мир мой. Но ровно через секунду после ее первой волны я понял четко, о чем мои сны. А смотришь на вашу каталку, и сразу мысль слезливая. Серфинг? Да хрен с ним, зато красивая. Возьмем твой ник. Ольга Корона. Это уже какой-то стыд. Ты еще не успела выйти из серф-яселя, а уже нацепила то, что тебе не принадлежит. Вот мой никнейм – Russia Go Surf. Я в нем не утверждаю, что я серф-бог. Я в нем говорю весьма осторожно о том, что мы к серфингу пока только гоу. Возможно, после батла накинется пресса и начнет меня хаять за унижение народной поэтессы. Стоп. Мы с тобой знакомы один батл и 5 лет, а ты мне запомнилась не как серфер, а как поэт. И вот ирония, в твоих текстах я слышу и огонь, и страсть, будто ты спишь и видишь, как в «Голос улиц» попасть. Привет, Айзи. Странно, у серфиши в текстах огонь, а серфинг тусклый. Ничего не понимаю, в чем суть-то? Ладно, много слов, но мысль моя проста. Смотреть на ваш серфинг так же скучно, как считать до 100. И я сейчас продемонстрирую, смотри. 1, 2... 3, 4, 5, не спишь еще? 6, 7, 8, блин, я только начал, а уже хочется бросить. И ладно. И вот тут может возникнуть вопрос, зачем выносить из избы ссор? Но ведь это изба общая, не постоялый двор. Я тут не выдумываю, я говорю, что и так у всех на уме. Так, может быть, пришли времена перемен, а мне хочется стереть зеркал общих пыль, но будет искренне жаль растраченных мною гильз, если после батла, не вдаваясь в суть сказанных слов, вы просто внесете меня в список личных врагов. А это не так. Но хватит ли у вас сил признать, что еще есть чему стремиться? И если вы радеете за серфовый стиль, то надо и серфингу дать возможность развиться. Раунд. Впереди нас ждет 3-й раунд, и он будет решающим. Ну что, шума? Ты говоришь, что спортсмен не может быть поэтом. Да с каких это пор? Ведь играл в футбол и был с физиком. Нильс Бор. Мы каждый сезон наблюдаем героя, орущего. Лохи! Я вас порву! Я скейтер, виндсерфер, гребу на каноэ! Потом не проходит отборочный тур! Мы научились над ними смеяться и даже благодарить их за шоу. На батле здесь ты теперь в роли паяца! Пришел в батл рэп? Да ты просто смешон! Лопочешь без связи ты, как тот боксер-депутат. Выглядишь жалко, как... Выглядишь жалко, как светская львица в политике. Ты как Форест Гамп, что селится понять сопромат. Явно тут лишний, ты будто Навальный на митинге. Исаков, будь спокоен, ты не батл МС и не царь горы. Ты словно биткоин, провалишься в тартарары. Но не в андерграунд, а в вайп-аут. Тебя скрутит вода в центрифуге мучительной. И ты поймешь, ох, как зря захотел тут стать победителем. Из спорта в хайп и тренды, на милость конъюнктуре. Напомнила кого, наверное? Я зову тебя Дудь, Юрий. Если когда-либо кину тебе респект, то лишь за годный снэп и качественный катбэк. Но не за эти пародии на баталии. Исаков, ну ты был парень нормальный-то. Продолжал бы кататься, забирать свои кубки, медали. Ведь Женя Исаков в спорте талант. Медалей так много, он набил ими хату. Суммарный их вес не выдержали бы атланты. Хоть неустанно хранят небесную твердь.
Они свысока взирают на мир, что соткан из квантов, где все изменчиво, зыбко и ясно одна только смерть. И однажды смерть настигнет планету. К нам прилетят существа, сотканные из света, и раскопают наши бетонные города, подобно мультяшному роботу Валли. Они найдут твою квартиру в Калининграде. Калининград еще нормально. Они найдут твою квартиру в Калининграде. Копии блестящих медалек, покрытых патиной. Что это? Может быть, люди этим играли? А потом они все поймут по твоим фотографиям и назовут тебя Хомо Тщеславия. Сегодня ты славно шутил и сражался достойно. Но, как и проказника Мауи, тебя сгубила хозяйка моря. Рау! Заключительный раунд. Ты обвиняешь меня в том, что я хочу развиваться. Ты в своем уме? Что за балаган? Это копирайтинг тех же авторов, что и мы здесь не для приключений, мы здесь не для достижений, мы здесь just for fun, just for fun, just for fun. Да уж, топтаться на месте из года в год звучит так же кокетливо, как «Ой, не хочу замуж, когда, собственно, никто и не зовет». И ты реально думаешь, я не знаю свой уровень? Оль, да ты что, ткнула носом в мои косяки, вот тебе вечный почет? Нет, если мне сказать, что я плохо катаюсь, я кивну головой и побегу в зал, потому что верю, тренируюсь можно выкатить, даже если Бог таланта не дал. А ты знаешь, в чем разница между нами? Я ставлю планку весьма высоко, но если ты ее используешь для оправданий, то я, чтобы она не тянула на дно. Да и вообще понятно, из-за чего сыр-бор. Для тебя серфинг, лайфстайл, для меня спорт. Звучит пафосно, но зато честно. И в этой системе координат я знаю свое место. Место не на Олимпе, до туда мне никогда не достать, но я хотя бы пытаюсь, тут главное не зассать. 35 не приговор, а легкий выговор. И ты сам определяешь, в чем твой выбор. А в чем твой выбор? Репосты и лайки – современная валюта, и ты повелась, зайка. Согласен, фотки с ванной заходят лучше, но я предпочитаю удобство Крокс, а ты, видимо, пафос от Гуччи. А Гуччи заплатил, я не понял. Дерево, сколько Гуччи? Тихо, Серег. Я трачу на подготовку к серфингу 5 минут мышцы разогреть. Ты тратишь на подготовку к серфингу 2 часа, думаешь, что надеть. А на свой... А на свой отфит мне откровенно пофиг. Я катаюсь в Панаме, вот мой профит. И да, я скучный человек, я думаю о серфинге даже когда иду баньки. Но я хочу прыгнуть через голову, как это делает Синбаева. Если ты считаешь, что это и есть танталовые муки, нам не о чем разговаривать, я умываю руки. А я хочу честно сделать для серфинга что-то. Принесите, пожалуйста, счет, а? И если там будет пункт халтура, я попрошу у русского серфинга финальный расчет. Ну а пока мне здесь не дали под зад, стой, слушай. Мои слова вас ранят, как немцев, Катюша. Но я хочу, чтобы после этого ранения в голову у вас проснулся к серфингу дикий голод. И это самый лучший голод, с ним нельзя жопу наесть. Но я при этом хочу, чтобы вы смогли на два стула сесть. На одном ваша красота, на другом ваш серф-уровень. Хотя с чего я взял на себя роль мессии? Вот уволень. Не знаю. Не знаю, но я выговорился. Ты знаешь, стало как-то проще. В конце концов, мы тут с тобой не на Болотной площади, и мне все равно, кто сегодня в батле станет победителем. Ведь расстреляв свои патроны, все снимут военные кители. И даже если кажется, что мы сейчас готовы друг другу глотки вырвать, неужели завтра мы в воде не будем рады увидеться? Не думаю. Ведь ты знаешь сама, океану дела мало. Одет ты с иголочки или как попало, и кто ты в нем, новичок или про, если ты в воде, ты уже бро. А знаешь, в чем... А знаешь, в чем здесь основной парадокс? Может, я и заварил всю эту кашу, но если я вижу кого-то не против, а рядом с собой, то это будет одна из наших. Раунд. Как и у серфинга, нету пола.
это единственное, что объединяет эти две культуры. Сейчас ребята высказались по максимуму. Я думаю, вы сказали все друг другу. Я надеюсь, что это все, но сейчас слово я передаю нашим судьям. Прежде всего, я хочу отметить просто охренительную эрудированность Ольги, которая, конечно, очень меня впечатлила. Очень сильный экспрессион, все в стиле, как должно быть, но... Я считаю, что все-таки, раз вы вызвали друг друга на рэп-баттл по какой-то причине, вы должны были ее обсуждать больше. И в этом гораздо больше преуспел Женя, поэтому я даю его, свой голос ему. Давай ты. Для начала я очень удивлен вообще уровню, ребят. Я ожидал совершенно... Я тоже! Давайте поприветствуем, ребята! Прямо здесь, да, другого ролика. Победила Оля, потому что первые два раунда она порвала Женю, третий еще более-менее. Более-менее. И она говорила более... как бы глубоко, что ли, про серфинг, про наши внутренние проблемы. И мне нравилось, что она меняла ритм, пыталась сделать что-то не монотонное, разное. Оля. А я. Один-один и решающий голос, как всегда, за самым главным человеком, персонажем русского серфинга. А сейчас... А сейчас слово за самым главным, ну, по крайней мере, для меня, самым первым, кого я узнала из этой всей тусовки. Андрей Дерево, твой решающий голос. Слушайте, ну, во-первых, респект, чуваки, это было круче, чем все думали в тысячу раз. Это слово. Последний раунд Женя начал рассказывать про свои личные переживания. Это было пиздато, это интересно, но это не рэп-баттл. 3-0 по моим раундам Оля выиграла. Батли выиграла Оля. Для меня это особенно приятно, потому что бабы в рэпе это охуенно. Ну что, обниматься будем? Хочу заметить, что Версусу как раз-таки и не хватает подобных батлов. Это правда было охрененно. Чуваки, я за последние несколько дней слушала столько рэпа просто. И вы сделали вообще вот этот весь вечер. Просто бомба. Молодцы. Это было круто. Ну все, молодцы, это было охуенно. Серферы не тупые, они правда умные. Они притворяются. Охуенно, реально. Казались, что это нереально. Очень круто. Очень круто. Всем спасибо, что пришли, ребята. Ты хочешь? Я хочу, это да ладно тебе. Вот, а вы... Как тебе проигрывать женщине? Ну, вполне приятно. В таком случае приятно даже. Не то, что прям супер приятно, но каких-то чувств стыда или чего-то нет такого. А если бы ты проиграл в серфинге?
Мне бы в контексте нашего батла было бы приятно. Собственно, об этом и речь шла, что девчонкам нужно расти в серфинге. И если бы они доросли до того, чтобы начали обыгрывать наших русских парней, это было бы супер круто, и я был бы счастлив. А ты считаешь правильным делить мужчин и женщин в спорте? Нет, поэтому я ставлю для них точно такие же планки, как и для нас, или как для парней. И поэтому хотел бы от них увидеть и эту часть тоже. Как тебе исход батла? Какие у тебя чувства после всего, что было сегодня? Ну, на самом деле, странные. Я не рэпер, у меня нету какого-то бэкграунда соответствующего, поэтому я не был в курсе, как это должно было выглядеть. Но согласен, что если судить по рэперским стандартам, то Оля, конечно же, меня превзошла, это факт. Это было неожиданно, хотя я предполагал, что Оля действительно может это сделать, но что она сделает в таком режиме, в таком контексте, это было супер круто, и в этом смысле мне даже не стыдно проигрывать, если отвечаю на предыдущий вопрос. Я тебе могу в двух словах рассказать, как измеряется уровень крутости в рэпе. Панчлайны, панчи. У Оли было больше панчей, но у может тебя быть больше возможности делать крутые трюки в серфинге. Поэтому я могу сказать, даже круто, что ты проиграл. Ага. Ты согласен со мной? Нет, я бы не стал сравнивать одно с другим, это разные вещи. Я, собственно, у меня не было задачи выиграть как рэпер, я хотел донести свою мысль. Я не знаю, я надеюсь, что своим текстом, своими раундами я смог как раз таки это сделать, потому что для меня было важно не обыграть вот по рэперским стандартам, хотя это и был рэп-баттл, и надо было этим стандартам придерживаться. Моя основная задача была донести мою мысль. И я надеюсь, что эта мысль была донесена, и в этом случае я буду считать, что я выиграл. Ну или, по крайней мере, русский серфинг от этого точно выиграет. После баттла есть вероятность того, что вы с Олей будете дружить? Я не вижу причин, почему этого не надо делать. Конечно, будем. Ну, я могу сказать, что опыта у меня в рэпе намного больше, чем в серфинге. Я не видела, как ты катаешься, но я видела, как ты читаешь. Ты делаешь это очень хорошо. Но сегодня тебя обыграла женщина. И я думаю, что стоит с этим смириться. Ну, хорошо. Факт есть факт. Я готов к этому. А готов помогать Оле в серфинге? Мы тренируемся вместе в надежде попасть в сборную России, мы друг друга видим постоянно, регулярно, и с самим своим фактом присутствия друг с другом рядом мы друг друга поддерживаем, так что я думаю, что, конечно, готов. Ну, то есть, получается, вы будете оба, если все пройдет хорошо, выступать за нашу страну? Да. Значит, вам нужно это делать рука, как это говорят, бок о бок? Да, обязательно. Настоящей командой быть. Сегодня в батле вы были против друг друга, но на соревнованиях. Мы одна команда. Да. Ты рада то, что ты выиграла этот батл? Да, я очень рада. Я за этим сюда и шла. Ты молодец. Ты можешь что-то сказать всем, кто участвовал в этом батле? Да, я хочу сказать огромное спасибо Андрею Деревянко, который поддержал наш батл, который все это организовал вместе со школой Тейков. Спасибо большое Айзе после перелета. Уставшие, неважно, приехали, отвели мероприятие. Спасибо всем друзьям, кто поддерживал, родителям. Ты планируешь дальше заниматься рэпом? Да, я планирую записывать треки. Молодец. А что касается серфинга, ты будешь улучшать свой уровень катания? Да, вот у нас сейчас были сборы, и нам с Исаком приходилось вот так вот просто 7 дней подряд, 2 тренировки, делить волны, постоянно списываться, общаться. И это было очень тяжело. Я надеюсь, что после батла все это будет полегче. Мне кажется, после сегодняшнего батла не только у меня, но и у всех присутствующих есть мнение, что вы действительно стали ближе друг к другу, и это очень приятно было наблюдать. Как раз-таки в современном обществе очень круто говорить о том, какие есть претензии друг к другу. Да. Надеюсь, вы будете друзьями. Да, спасибо. Спасибо тебе.